Всем привет, гостям моего канала и подписчикам. Сегодня хочу показать, что новенького произошло у меня с моими старенькими орхидейками. Какая радость у меня. Значит, вот эта орхидейка, это миди-орхидейка. Приобреталась она 4 месяца назад. Вот в таком виде приобреталась, в каком и сейчас находится. Как цветет, не знаю. Цветочков не видела. Вот. Но это орхидейка с цветоносом из точки роста. А как, наверное, многие уже знают, или те, кто не знает, эти орхидейки прекращают развитие свое, да, прекращают наращивание листовой массы, когда у них появляется цветонос из точки роста. И они, значит, становятся хорошими мамами. Такие орхидейки наращивают деток. Ну, возможно, у нее где-то еще из почек и проснутся цветоносы. Как вот было здесь, я показывала в одном из своих видео, что вот эта вот почечка проснулась, припухла. Но пока еще непонятно. Развивается она крайне медленно. И непонятно, что здесь получится. А в серединке у нас появилось что-то интересное. Деточек еще на своих орхидейках я никогда не видела, не получалось у меня. Возможно, вот это и будет та самая деточка. Но как бы на цветоносик это не совсем похоже. Да? Видно, что у нее три вершинки. Вот, интересное такое событие. Буду следить, наблюдать. Моя орхидеюшка. И еще одна моя орхидеюшка, которая тоже была цветаечкой. Вот таким цветоносом. Это я его уже впоследствии обрезала. Был он высокий. Нарастила она вот такой лист большой. Шикарный лист. Посмотрите. Больше того же моей ладошки. Вот. Нарастила шикарную корневую систему до самого дна горшочка. Не знаю, возможно, будет плохо видно. Но новые здоровые корешки у нее по всему горшку. И она мне дала вот такой новый цветоносик. Вот такой, вот так вот я его клипсиками прищепляю. Вот такие вот будут цветочки. Темновато. Так. Посмотрим, это сюрпризик, какого будет цвета. Я очень рада. Вот, и с вами тоже поделилась вот такой радостью. Посмотрим, что из этого получится. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.